Ну что мне остается? Они все сказали, что возможно. Но единственное, что, конечно, я учился, я закончил военмех, я работал на первой кафедре 16 лет. Вот. И, честно говоря, ну, мне так повезло, что я считаю, что вообще всем повезло, кто учится у нас в военмехе. Не зря есть слова еще, гречка тоже, военмех лучше всех. Вот. Я думаю, что действительно вся атмосфера, которая у нас в ВУЗе, она, конечно, замечательная. Она, начиная, я говорю, и с кружков, и с студенческих обществ, и вообще с преподавателей. Ведь преподаватели, конечно, у нас великолепные просто. Но не говоря уже о том, что действительно, что правильно, как было уже сказано, 5 космонавтов вот, вышли из нашего ВУЗа. И нужно сказать, что вот наш Андрей Борисенко уже опять прошел медкомиссию и уже будет включен в экипаж. И я думаю, что в 2019 году, в конце года, он снова отправится в космос. И, конечно, нужно сказать, что действительно, что вот вся вот эта фишка, что военмеховец, она дает тебе дорогу в жизни. И куда бы ты ни пришел, но когда ты говоришь, что ты закончил военмех, на тебя смотрят с надеждой и доверием, и доверяют. Потому что понимают, что вы знания здесь получили у нас в ВУЗе замечательные. Ну и мы, как члены попечительского совета, тоже радеем за то, чтобы ВУЗ становился все лучше, все крепче. Ну и вот сейчас последние были здесь годы, когда мы переживали, что здесь вот такое всякие, что присоединят, куда-то не присоединят. Но вот, к счастью, военмех выстоял, и вот свое лицо он показывает все лучше и лучше. И я хочу сказать, конечно, что действительно, что вы счастливые ребята, что правильно, как было сказано, конечно, вы щит нашей Родины, это никуда здесь не денешься, это об этом как раз вот здесь недавно говорили с полпредом нашим по северо-западу, с Бегловым. Ну и, конечно, вы будущее человечества, потому что космонавтика – это будущее человечества, а вы близки и готовы будете и полететь в космос, и строить космические ракеты и космические аппараты. Поэтому я от всей души вас поздравляю. Действительно, это великолепно, что вы получили дипломы, вы получили, все закончили, и вы будете все время этим помнить, дорожить будет, и все будут вас уважать. Самое главное вам – здоровья, успехов, и будущее у вас впереди. Поздравляю вас!